Доброе утро, дорогие гости фестиваля японской культуры в Москве. Позвольте поприветствовать вас от имени японской авиакомпании Japan Airlines и, как это ни удивительно, начать свой рассказ о Японии. Вначале представлюсь. Меня зовут Маргарита Колобашкина, и я являюсь сотрудником японской авиакомпании Japan Airlines, работаю в отделе продаж. И сегодня я хочу рассказать вам о таком удивительном качестве этой страны, как гостеприимстве. Называют, у японцев даже есть особое слово, гостеприимство называют омотенаси. Но на самом деле омотенаси имеет гораздо более глубокий смысл. Это абсолютно бескорыстный подход к приему гостей, где достигается идеальный баланс между заботливым вниманием и ненавязчивостью. И создается особая атмосфера доверия, взаимопонимания и уважения между людьми, которые пришли разделить драгоценные мгновения общения. Понятие омотенаси является неотъемлемой частью культуры Японии на протяжении многих веков. Это особое ощущение вы можете почувствовать повсюду, куда бы вы ни пришли. Это то особое чувство, которое восхищает и вызывает желание возвращаться в эту страну вновь и вновь. И правда, подходите ли вы снять деньги в банкомате, и вдруг рядом с вами оказывается крючок, на который вы можете очень удобно повесить сумку или поставить зонтик. То есть все, что вам оказывается нужно, оказывается впереди, вокруг ваших глаз. До этого, когда мы с вами говорим о Японии, мы всегда представляли вот такие красивые картинки, как гору Фудзияма, цветущую сакуру или футуристические города. Ну а сегодня мы рассмотрим понятие гостеприимства, а начнем наш рассказ с видео, которое передали наши партнеры из Японии, туристическая компания Ayabex. Ее сотрудники видео сделали сами и записали, как понимают омотенаси сами японцы. Ну? Добрый день, дорогие друзья! Многие из вас знают, что Япония знаменита своим гостеприимством, называемым омотенаси. Омотенаси незримо присутствует во всех сферах японской жизни, не только вот по отношению к гостям, но и по отношению ко всем окружающим. Сегодня мы покажем вам несколько повседневных ситуаций, в которых чувствуется омотенаси. Поехали! В Японии за привычным сервисом скрывается множество деталей, из которых складывается омотенаси. Так, их двое. Надо все же уточнить, сколько будет человек. Указываю, куда идти. Руку надо держать прямо чуть ниже уровня плеча. Палец! Не забудь про палец. Его нельзя оттопыривать. Идти нужно не сильно впереди, поглядывая на гостей, слегка оборачиваясь, чтобы гости не ощущали неловкость от моего взгляда. Девушка в юбке, очевидно, занимает должность выше. Ее нужно посадить на дальнее место. Не забыть про палец! Надо еще раз поблагодарить за то, что пришли. Принять заказ надо сначала у главного гостя. Мы
Поставить чашку сначала главному гостю, чашку развернуть ручкой вправо по отношению к гостю. В Японии принято обмениваться визитками. Для этого существуют определенные правила. Говорят, что все японцы умеют это делать. Мы попросили нескольких незнакомых людей продемонстрировать это. Оказалось, что действительно почти у всех есть с собой визитки, и все умеют это делать правильно. Часто визитками обмениваются не для того, чтобы узнать имя собеседника, а скорее его статус и должность. В японском языке существует несколько уровней вежливости, которые меняются в зависимости от собеседника. Один и тот же смысл можно передать разными вежливыми формами. Сашибури. Давно не виделись. Охисашибури десу. Давно не виделись. Кобусата ште оримасу. Давно не виделись. Санкью. Спасибо. Аригато. Спасибо. ありがとうございます. Спасибо. どうもありがとうございます. Спасибо. 感謝申し上げます. Спасибо. 待って. Подожди. 待ってください. Подождите, пожалуйста. 少々お待ちください. Подождите, пожалуйста. 少々お時間をいただければ幸いです. Подождите, пожалуйста. Совершая даже обычные покупки, вы почувствуете заботу о себе и о товаре. Распаковка покупок в Японии – это отдельный вид развлечения. Часто товары упаковывают в отдельный пакетик, прежде чем положить в пакетик. Иногда их даже упаковывают каждый отдельно. А в книжных магазинах книги заворачивают в бумажную обложку, чтобы они не испачкались и не истрепались. А если бы сегодня шел дождь, сверху на пакет надели бы еще и пластиковый пакет, чтобы они не промокли. Понятие омотенаси слишком обширное. Надеемся, что наше коротенькое видео хотя бы немного проиллюстрировало, что омотенаси является неотъемлемой частью Японии. На этом мы с вами прощаемся, но сделаем это по-японски. Ну а мы теперь продолжаем рассматривать, что же такое омотенаси. Я надеюсь, видео от наших партнеров вам очень понравилось. В Японии никогда не говорят «клиент всегда прав». В Японии говорят «клиент – это Господь Бог». И немножечко расскажу, почему. Это понятие идет еще со времен феодальной Японии, когда существовали... У них очень поздно стали развиваться торгово-денежные отношения, и была так называемая рисовая экономика. И класс купечества, торговцев, он был не в чести, он только-только начинал развиваться и, в общем-то, занимал низшую ступенью сословной иерархии. И поэтому, когда торговцы предлагали вассалам какие-то товары, то чтобы... и вассалам, господи, господа, то чтобы они их выбрали, те вынуждены были идти на всевозможные ухищрения. То есть они приносили не только, что у них заказывали, а всегда что-то большее. То есть и большее, и интереснее с их точки зрения. И вот эта традиция, она передавалась из поколения в поколение, и
до сих пор, когда вы ведете бизнес с японской компанией, вы заключаете контракт, вы начинаете понимать, что японцы предоставляют не только то, что прописано в контракте, а всегда намного больше. И это тоже является одним из проявлений омотенаси. Ну а дальше, что же это такое, кто основал это понятие? Есть такой, был такой в Древней Японии мастер чайной церемонии, господин Сэннорюкю, и он основал именно основные принципы чайной церемонии, когда принимать гостей можно только с открытым сердцем, очень искренно, настраиваться с ними на одну волну, и тогда, вот именно тогда, не требовать, конечно же, ничего взамен. И в современной Японии эти принципы активно действуются и всеми и применяются повсеместно. Допустим, когда вы встречаетесь с японцами, у вас какая-то есть встреча, то перед началом встречи японцы всегда кланяются. И они как бы извиняются. Вы знаете, вы извините, пожалуйста, вдруг дальше что-то пойдет не так. Но мы очень-очень рады вас видеть. Ну а сейчас я немножечко хочу рассказать вам одну такую интересную сказку. Она, наверное, даже случилась в действительности. В феодальной Японии существовал сёгун. Был сёгунат, естественно. И один раз сёгун пошел на охоту, заблудился, поехал. И так получилось, что он встретил, как очень устал, действительно, как-то от всех был вдалеке, и наткнулся на один монастырь. Приходит в монастырь, его встречает служащий, и он попросил у него выпить воды. Служащий приносит ему большую чашку прохладного зеленого чая. Сёгуну это очень понравилось, и через какое-то время он попросил еще. Тот приносит ему другую чашку чая, поменьше и потеплее. Ну а когда уже сёгун покидал монастырь, то служащий принес ему маленькую-маленькую чашечку горячего зеленого чая. Сёгун был настолько в восторге, что через какое-то время пригласил этого служащего себе на службу и сделал одним из своих ближайших помощников. Это говорит о том, что при желании услужить этому человеку, служащему, у него не было, он просто пытался понять, поставить себя на место сёгуна, что же хочет человек, который вернулся из леса, что же он хочет, то есть вначале он, я немножечко раскрываю секрет, что вначале он просто хотел попить, а потом вот настоящий вкус чая и почувствовать его в крепость он смог только тогда, когда уже уехал из монастыря. И этим характеризуется омотенаси, то есть любой продуманностью действий, продуманностью того, что предлагается гостям, предвосхищением желания гостей. И на этом основаны принципы работы любых компаний в Японии. То есть на этом слайде вы видите список старейших компаний. И первые 6 позиций — это список старейших компаний мира, не только Японии. И первые 6 позиций занимают японские компании. И более того, 3 из них, которые находятся со 2 по 4 места, это отельный бизнес. И я могу более сказать, что эти отели, которые были основаны около 1400 лет тому назад, они существуют до сих пор, принимают гостей. И чтобы там остановиться, люди записываются, наверное, за год. То есть ценность клиентов понимали еще в Древней Японии. А тем компаниям, которым старше 200 лет, в Японии, по-моему, более 3000, а тем, которым старше более 100 лет, около 26 тысяч. И основу в основном этих компаний служит то, что как они обслуживают, как они работают с клиентами своими. Другими примерами омотенаси может служить это японская кухня васёко, которая является нематериальным наследием ЮНЕСКО. Что это за кухня? В первую очередь она состоит из натуральных ингредиентов той местности, где вы ее пробуете. И, конечно же, она декорирована и соответствует тому времени года, когда вы ее употребляете. Это, конечно же, осибори, это те влажные салфетки, которые используются повсеместно сейчас по всему миру, а
истоки и, конечно же, в нашей любимой стране, в Японии. Когда это возникло? Во время феодальной Японии шли паломники, и они останавливались у чайных домиков. К сожалению, не все могли воспользоваться услугами чайных домиков, потому что это было совсем отнюдь не бюджетно, но хозяева чайных домиков, чтобы привлечь клиентов, они абсолютно бесплатно всем предлагали салфетки, чтобы те могли освежиться. И, конечно же, это упаковка. Вы видео, которое предложили наши партнеры, видели, как тщательно упаковывают книги. И так всегда во всем. То есть вы приходите делать любую покупку в Японии, вы покупаете какие-то замороженные продукты, вы ничего не спрашиваете, но вам обязательно положат пакетики со льдом. А когда вы покупаете какие-нибудь шоколадки или сувениры, то здесь это уже бывает вообще как квест. Приезжая и кому-то делая подарок, то человек начинает открывать эту коробку и один за одним. То есть вначале одна упаковочка, чуть побольше, потом чуть поменьше, потом еще меньше. Получается почти как русская матрешка. И это все очень красиво, очень аккуратно. Но есть также еще упаковки с сюрпризом. То есть когда вы хотите сделать подарок особо какому-то ценному своему другу, гостю, то в магазине всегда можно попросить завернуть в виде конвертика. И этот конвертик вручить адресату стороной вверх. Считается, что когда вы поступаете таким образом, вы помимо подарка дарите ему еще чуть-чуть больше счастья. То есть Япония — это страна удивительных традиций. Ну и, конечно же, я не могу остановиться о городах Японии. Но тут у меня на слайде переведен Токио как лучший город для туризма. Но на самом деле это относится практически к любому городу. Любой город Японии, когда человек попадает в Японию, он удивляется чистоте. Действительно, все очень чисто. То есть вы ходите по улицам и возвращаетесь обратно в отель, где вы живете, и у вас нет ощущения грязных рук, руки всегда чистые. Дружелюбие жителей. Вот лично могу сама поделиться своим опытом, но я иногда бываю достаточно ленивой, и мне очень сложно искать пункт назначения, поэтому у меня есть визитная карточка, место, куда мне нужно доехать. Я нахожусь в метро, и там токийское метро — это город в городе, это интересный аттракцион. И когда ты не очень хочешь думать, то можно просто подойти к любому японцу, показать эту карточку, и он покажет тебе путь. Я не могу сказать, что он будет безумно счастлив прервать свое путешествие, но, видя, что перед ним иностранка, человек в беде, он чувствует себя обязанным и ответственным помочь. Причем эта помощь, когда мы находимся внутри, под землей, меня вот лично, это такое случалось уже несколько раз, прям выводили наружу, проводили через турникеты и, выходя на улицу, показывали путь. И это встречается повсеместно, это не только мой опыт. Сервис такси — это вообще особая вещь. Когда на дверце такси у вас открываются, закрываются автоматически, и вы вызываете такси, у вас много сумок, вы возвращаетесь с покупками, то есть вам не нужно их перекладывать, вы просто садитесь и получаете удовольствие. А еще я открою тут секрет. В Японии не берут чаевых. Когда люди меня спрашивают, почему они это не делают, дело в том, у них большая зарплата. Нет, японцы совершенно обычные люди, такие, как мы с вами. Также они считают деньги. Просто вопрос о чаевых, тут есть такой аспект, что не все люди понимают, как оценить, сколько можно дать. И человек, когда пользуется услугами какого-то сервиса, я не говорю, что это относится абсолютно ко всем. Конечно, нет, только к некоторым. Они начинают задумываться. Они начинают не только получать удовольствие от приложенных услуг, а начинают думать, а как отблагодарить. И чтобы вот таких мыслей не возникало, а человек мог полностью погрузиться и получить удовольствие от соприкосновения с Японией, все дополнительные надбавки, суммы, все закладываются в стоимость, и просто нужно платить такси по счетчику в отеле, по счету. Точно так же, как же и в любом ресторане. То есть об этом можно даже не задумываться. Япония — абсолютно безопасная страна. В любое время суток можно гулять. Везде повсюду вы встречаете такие полицейские
домики, они называются кубанами, но они служат в первую очередь, сотрудники помогают особенно иностранцам ориентироваться, они подсказывают дорогу, а также у них есть очень важная функция. Если вы что-то потеряли, то вам достаточно обратиться в этот кубан, заявить о своей потере, ну и, наверное, с вероятностью 95-96% ваша потеря будет найдена. То же самое, если вы нашли что-то, вы просто должны привезти эту вещь в кубан, где там достаточно серьезная процедура приемки этой вещи. Вас опишут, возьмут ваши контакты, где вы нашли. И как вот пример, в 2020 году я ничего не могу сказать. Вы знаете, у нас сейчас пандемия, поэтому Япония закрыта для туристов, к сожалению. А вот в 2019 году на улицах только Токио было сдано в полицейские участки такое количество денег, по-моему, вот в пересчете на доллары это 36 миллионов долларов. Чужих вещей в Японии не берут. Так что это абсолютно безопасная страна. И как только она откроется, я думаю, это будет замечательно, если у нас появится возможность туда путешествовать. И еще один аспект. Омотенаси — это работа общественного транспорта. Мало того, что это она работает как часы, я думаю, что вы слышали, что в Японии есть суперскоростные поезда, которые называются синкансенами. Так вот, порог их опоздания 30 секунд. А когда поезд приходит на конечную станцию, ну, он состоит, я могу, конечно, немножечко обмануть, 13, 14, 15 вагонов. Так вот, за это время бригада успевает его убрать за 12,5 минут. А причем, как она убирает, она его не только вычищает, так она еще переворачивает на 180 градусов сиденье, чтобы все пассажиры могли сидеть по ходу движения поезда. Я очень надеюсь, что я вас убедила, что в Японию нужно ехать не только смотреть новые маршруты, но и также наслаждаться удивительным гостеприимством и особенностями этой страны. Ну а сейчас я очень хочу и приглашаю вас путешествовать с нашей авиакомпанией «Японские авиалинии». И так как я все-таки работаю в авиакомпании «Японские авиалинии», я немножечко поделюсь инсайдерской информацией о том, как мы обслуживаем наших пассажиров. Когда речь идет об авиакомпании, то всегда кажется то, что задача авиакомпании — перевести пассажира и его багаж из точки А в точку Б. Но оказывается, это не так. На самом деле, это слаженная работа большого количества служб, и самое главное, чтобы эта работа была гармонична и взаимосвязана. И работа начинается еще до того, как наши пассажиры пришли на сайт в авиакомпании или пассажиры пришли в офис билетных агентств и купили билеты. Мы очень тесно работаем с офисом по туризму Японии и популяризируем направления, разные направления, чтобы возникало желание познакомиться не только с одним самым известным маршрутом этой страны, который, я надеюсь, вы знаете, это золотой маршрут, а узнать все больше и больше и больше, потому что Япония — это просто многогранная, удивительная, интереснейшая страна. И как авиакомпания мы предлагаем какие-то сервисы, которые могут облегчить и даже в смысле бюджетно путешествовать по Японии. То есть что мы делаем? Допустим, если вы сейчас покупаете, не сейчас, а в принципе вообще, у авиакомпании есть такая акция. Если вы покупаете перелет из Москвы или Владивостока до Токио, нет, я вам, наверное, не буду, из Москвы до Токио и обратно, то вы можете присоединить к этому международному перелету два внутренних перелета по стране абсолютно бесплатно. У нас нет никогда и не бывает безбагажных тарифов, то есть в эконом-классе вы можете провести два места багажа по 23 килограмма и в бизнес-классе три места по 32 килограмма. То есть путешествие в эту страну начинается еще на земле. Вы знаете, ну вот тут, к сожалению, я понимаю, что Япония закрыта, и я никак не могу не обойти стороной этот момент. И очень хочу сказать о том, а как же самолеты летают сейчас? Потому что это тоже забота о клиентах, потому что это тоже показатель уровня обслуживания. К сожалению, мы вынуждены были сократить расписание из-за того, что Япония не принимает туристов. Но обо всех отмененных рейсах, обо всех ограничениях, которых вызваны той или иной страной, когда туристы приезжают, мы сообщаем
на нашем сайте. Если вы планируете свое путешествие сейчас и уже купили билеты, но по каким-то причинам вы передумали лететь, у нас есть такая тоже акция, что вы можете перенести свой билет абсолютно бесплатно при наличии мест в том же классе. Но также мы просим наших пассажиров, если они плохо себя чувствуют, чтобы они все-таки остались дома. И очень просим вас пройти наши онлайн-сервисы, онлайн-регистрация на рейс, выбор места в самолете. Для чего мы это делаем? Чтобы как можно меньше вызывать скопление людей, как в аэропорту, так и на борту самолета, меньше общения. И также мы просим брать меньше с собой багажа. То есть мы не ограничиваем все, что положено по билету, вы, конечно, получите. Это просто ваша личная ответственность. И теперь немножечко о том, что получают наши пассажиры, как мы о них заботимся. У JAL мы никогда не настаиваем на том, когда пассажиры приезжают в аэропорт, о том, что они обязательно должны сдавать самостоятельно багаж, они обязательно должны самостоятельно проходить регистрацию. Они все это могут, но если им требуется помощь, то наши сотрудники всегда рядом и всегда будут рады помочь. Если вы опаздываете, пожалуйста, обратитесь к сотруднику авиакомпании, и он обязательно поможет пройти все моменты, которые связаны с авиационной безопасностью, security, как можно более быстро. А что нас, опять же, ожидает в ближайшем будущем? Во-первых, в аэропорту какая обстановка? То есть всегда сейчас везде установлены прозрачные перегородки, везде стоят санитайзеры, меряется температура, и все поверхности дезинфицируются. Мы просим всех пассажиров носить маску и соблюдать социальную дистанцию. И наше будущее — это то, что мы планируем внедрять систему умного аэропорта. То есть даже уже сейчас в аэропортах Токио, вот видите на картинке, наших пассажиров встречают вот такие милые роботы, которые могут помочь с навигацией и ответить на часто встречаемые вопросы. И также в сентябре этого года мы начали тестировать бесконтактные киоски регистрации на рейс. А то, что нас с вами ждет, это будущая система будущего. То есть когда пассажир приходит в аэропорт, он может, не контактируя с сотрудниками авиакомпании, не контактируя с представителями аэропорта, сдать свой багаж, распечатать багажную бирку, пройти паспортный контроль, пройти авиационный контроль и уже сесть в самолет. И даже тем, кому требуется какая-то дополнительная помощь, даже есть мобильные бесконтактные коляски. Вот это то, что нас ждет. Но это не говорит о том, что не будет сотрудников. Сотрудники будут всегда и всегда будут рады прийти к вам на помощь. И вот как пример, допустим, я могу так сказать, привести. У нас вот недавно был такой случай, маленький мальчик вместе с мамой, они должны были пройти на посадку в самолет, а у него был шарик в виде собачки. То есть ему мама купила такую игрушку, но вот воздушный шарик, он наполняется гелием, а по правилам авиационной безопасности, к сожалению, такую игрушку нельзя проносить на борт самолета. Поэтому что делают наши сотрудники, наши девочки? Они сделали фотографию мальчика, попросили его сдуть шарик, и он был доволен, он в течение всего полета наслаждался своей картинкой. Что такое Омутанаси в JAL? Это исключительная подготовка. Подготовка, наверное, не на 100%, а на 200%. Это тогда, когда персонал предусматривает любые малейшие детали и проигрывает те ситуации, которые никогда не случаются, но могут случиться. Это относится ко всем сотрудникам технических служб, к нашим бортпроводникам. Мы знаем всех наших пассажиров, которые садятся на борт, заранее знаем их запросы и заранее распечатываем посадочные талоны, если по каким-то причинам они не смогли это сделать. JAL — это исключительная подготовка, которая касается и также технического оснащения.
Наши кресла эконом-класса считаются лучшими в мире. Уже за последние 5 лет 4 раза по рейтингу британского консалтингового агентства Skytrax они получали максимальные награды. А вот в бизнес-классе наши пассажиры летят вот в таких сьютах, в индивидуальных кабинках, и их никогда никто не беспокоит. Это опять же все было продумано и сделано в концепции, в духе концепции Амактанаси. Ну, а теперь опять же в свете нашей пандемии я опять не могу не остановиться на таких нескольких печальных моментах. Даже не то, что печальных, а как мы сейчас летим. Весь наш персонал носит маски, мы всегда находимся в перчатках, и все поверхности у нас после каждого рейса тщательно дезинфицируются. Во время стоянки самолета в Токио проходит глубокая дезинфекция каждого самолета. Ну и немножечко я скажу о циркуляции воздуха. То есть лететь в самолете достаточно безопасно. Воздух меняется каждые 2-3 минуты. Немножечко опять остановлюсь на этом процессе, чтобы у всех было понимание. В основном воздух он захватывается извне, нагревается, проходит через HEPA-фильтры и поступает в кабину воздушного судна. Дальше идет распределение воздушных потоков только сверху вниз. И вот здесь в левом углу, внизу, вы видите у сидения такие решетки, вот туда уходит отработанный воздух. Часть его выходит наружу, это примерно 30%, а 70% проходит через HEPA-фильтр и очищается и поступает обратно в кабину. То есть заразиться какими-то вирусами и микробами в самолете достаточно непросто. И опять же, никак не могу не остановиться на наших девушках, на обслуживании на борту наших знаменитых стюардесс. Как я уже говорила, что сервис в Японии — это сервис, который нацелен на предвосхищение желания клиентов. То есть клиент, он еще не успел подумать, что он хочет, а уже получил. И вы знаете, я, наверное, просто скажу некоторые примеры. И, наверное, некоторые вопросы, которые у вас могут возникнуть, так как все-таки я являюсь сотрудником этой компании. Когда мы все летим, самолет между Москвой и Токио летит 9 часов. И когда летят маленькие дети, грудные дети, а это бывает достаточно часто, иногда они плачут. И вот опять же, очень часто задаваем вопросы, которые мы получаем. А почему в JAL дети не плачут? Что вы такое делаете? Оказывается, есть и тут такие инсайдерские секреты. Если ребенок плачет, то стюардессы ему надевают наушники, а там звук такой шуршащей бумаги. И этот звук напоминает ребенку о том, когда он ходил в утробе матери, и он его успокаивает. Это один из примеров. Для нас это было удивительным, но это действительно здорово. Другой пример, ну тоже очень часто, наверное, встречаемый. Люди разговаривают достаточно громко между собой. Что делать? А кто-то отдыхает, что делать? Обычно ну, их могут успокоить соседи. Ну вот в JAL и в Японии это не принято, никогда никто не сделает никому замечание. Но тут как раз есть наши замечательные девочки, наш персонал, они обязательно подходят и просят говорить потише. Ну, если людям нужно продолжить беседу, то просто предлагается либо пересесть при наличии свободных мест, или выйти в коридор. Есть и другой пример, допустим, у пассажирки что-то оторвалось. И так вот, в принципе, ни у кого не оказалось иголочки с ниточкой. И что произошло, это то, что сотрудница связалась с наземной службой, и когда уже самолет приземлился, то пассажирки принесли небольшой миниатюрный набор. То есть это вот бывают такие отдельные моменты, из которых... Это те детали, из которых складывается тот сервис, который мы считаем, ну не мы считаем, который не забывается нашими клиентами. Потому что мы не просто, на нас важно не просто перевести пассажиров из одного города в другой, а сделать так, чтобы это путешествие для нашего пассажира было незабываемым.
Отдельно я остановлюсь на бортовом питании. Дело в том, что когда все, во-первых, бортовое питание мы предлагаем как блюдо японской, так и европейской кухни, но мы всегда прислушиваемся к замечаниям пассажиров, и, допустим, стюардессы заметили, что если когда подается мясо в бизнес-классе, то оно иногда, когда они начинают его разогревать, оно становится немножко жестковатым. Так чтобы этого не произошло, японские повара придумали разогревать на борту мясо вместе со сливочным маслом. И у него даже еще улучшился вкус. Для детей у нас особое меню, мы предлагаем два вида меню для детишек после 2 лет, и есть особое бэби-меню, которое для детишек до 2 лет. И все наши и родители могут также заказать уже памперсы на борту, и все эти сервисы авиакомпания предлагает абсолютно бесплатно. И вот то, что я рассказала перед этим, это можно сказать, как вот отнести к термину «исключительная подготовка». Но к ней же можно еще отнести и другие стандарты сервиса, как поведение персонала, как он стоит, как держится. И вот как раз на этом кадре вы видите, наша девушка сидит перед женщиной в кресле. Вы никогда не заметите, когда сотрудник, японский сотрудник японской компании сгибается над клиентом. В Японии есть такое выражение, как сервис на уровне глаз. Куда бы вы ни пришли, всегда обслуживающий персонал попытается занять положение ниже гостя. То же самое и у нас. То есть, когда мы получаем или разговариваем с клиентами, это принято уже приседать. А вот если вы посмотрите на девушку, которая стоит в середине, вы можете увидеть, что у нее правая рука закрыта левой. Вот это стандартное положение сотрудника авиакомпании. И опять же, оно не случайно, оно имеет свой смысл. А традиции, вот, когда сотрудник так стоит, идут опять же из древней-древней Японии. Когда феодал разговаривал или приходил на чайную церемонию, или разговаривал просто на обычные темы, то он всегда закрывал правую руку левой. Для чего это он делал? Потому что в правой руке у нас мы иногда держим меч, а когда мы закрываем ее левой рукой, таким образом мы хотим сказать, вы знаете, я пришел к вам с добрыми намерениями, я не собираюсь никого убивать, давайте дружить. Персонал не имеет права держать мобильные телефоны, ну, если это не требует должностные обязанности, мы не можем играть. И опять же, очень важным я хотела бы показать, как передаются любые документы. Посмотрите, пожалуйста, любой документ, посадочный талон, визитная карточка, это является очень важным аспектом японского делового этикета. Как мы даем визитки, как мы все показываем. То есть всегда поворачивается лицом к клиенту, и на то, что нужно акцентировать внимание, если это посадочный талон, то мы обязательно показываем рукой. Если мы передаем визитные карточки, мне немножко обычно мы всегда делаем это на примерах, но я попробую объяснить, то когда мы передаешь визитную карточку, то обязательно нужно держать визитную карточку лицом к дающему, и так, чтобы человек не только мог ознакомиться с именем и фамилией, а также узнать должность и, соответственно, начать вести беседу в нужном русле. Опять же, возвращаясь к видео, которое вы видели в самом начале нашей передачи, когда наши японские партнеры благодарили. То есть слово «спасибо» по-японски можно сказать, ну, наверное, я не знаю, сколько степеней вежливости существует, чтобы выразить спасибо. Но вот когда мы передаем визитную карточку, человек знакомится, понимает, кто перед ним стоит, его положение в обществе, японец всегда очень четко определит ту степень вежливости, с которой надо продолжать общение. То есть существуют вот даже такие небольшие секреты, которые
к сожалению, иностранцам они неведомы, но они, мы не можем их понять, но мы их ощущаем. И, наверное, перейду еще к следующему аспекту, что когда приезжаешь в Японию, видно, что всегда все кланяются, то есть обычно никто не обнимается, никто не целуется, и это нормальный стиль приветствия, который существует уже издревле. Японцы учатся кланяться, когда они еще маленькие-маленькие-маленькие, то есть еще детишками. И существует несколько, тут тоже есть свои особенности, тут тоже есть своя целая наука. Существует у нас, в Японии существует три вида основных поклонов. Вот с левой стороны, видите, это стандартное положение, так же, как стоит стандартный сотрудник авиакомпании. Если мы с вами идем по коридору и видим сотрудника приблизительно одинакового с нами по рангу, то мы достаточно сделать небольшой поклон, где-то в 15 градусов, поклон кивок, и этот поклон называется эшаку. Если же вот второй поклон кирей, он используется повсеместно. Вот таким образом сотрудники авиакомпании приветствуют и разговаривают с клиентами, пассажирами. Это поклон 30 градусов, или тогда, как вам нужно идти к руководителю, начальнику, обязательно нужно поклониться немножечко с поклоном 30 градусов. У него есть тоже свои секреты. У нас есть целый мастер-класс. Мы обучаем кланяться по-японски. И третий поклон сайкирей — это поклон максимального уважения, почтения или извинения. То есть если вы что-то сделали не так, если вы совершили какую-то ошибку или вам нужно поприветствовать императора, то в этом случае вы должны склониться в поклоне под 45 градусов. Но, кстати говоря, когда вы тоже смотрели видео, это можно было тоже заметить, как общаются, как кланяются между собой японцы. И если мы разговариваем сейчас о текущей ситуации, о том, что у нас есть пандемия, то вот такие виды общения, когда мы не обнимаемся, а приветствуем поклонами, носим маски, я думаю, что это лучшая профилактика любых заболеваний, вирусов и всего, когда мы храним, автоматически, издревле храним социальную дистанцию. И еще одним из самых интересных моментов — это момент прощания. Когда наши пассажиры сидят в самолете, и они, самолет уже готовится залететь, они выглядывают в окошко и видят ту команду, которая обслуживает этот самолет, и эта команда стоит и прощается, ну не прощается, говорит счастливого пути с пассажирами, пассажиры. Очень приятно, когда пассажиры машут в ответ. Ну а теперь, наверное, то есть я вам рассказала как бы так то, как мы обслуживаем, а сейчас еще будет некая другая инсайдерская информация, откуда это все берется. Можно сказать, что есть так называемые составляющие идеального омотенаси. Как правило, вы знаете все, японцы очень четко соблюдают правила. И авиакомпания, она не является исключением. Если мы работаем полностью по правилам, то есть делаем полностью, выполняем все инструкции, то наши пассажиры почему-то удовлетворяются не на 100%, а только на 60%. Ну, потому что у каждого у нас есть свои индивидуальные желания, какие-то вещи, которые бы мы хотели что-то узнать, услышать. Ну, то есть 40% остаются не совсем довольными. И вот наша задача, чтобы получить 100% довольных пассажиров, что-то такое для них придумать, когда вот эти 40% тоже будут удовлетворены. И для этого у нас есть своя философия. Все сотрудники авиакомпании повсеместно, по всему миру, и в Москве тоже, мы между собой встречаемся и делимся опытом работы, опытом общения, то, что мы услышали, что бы хотели узнать наши пассажиры, что бы они хотели получить. И в соответствии с этого предлагаем какие-то идеи нашего развития. То есть
Основные наши принципы – это ставить себя на позицию клиента и, конечно же, быть благодарным, быть вам благодарным. Спасибо, что вы есть. Ну, вот такие небольшие примеры. Шицурай, как я уже сказала, это 100% подготовка, даже больше, чем на 100%. А есть еще какие-то такие нюансы, которые придумывают наш каждый офис отдельный, который находится, где есть станция Japan Airlines, есть станция JAL. Допустим, в Японии сотрудники заметили о том, что пассажирам, малоподвижным пассажирам, трудно проходить рамки авиационной безопасности. И поэтому, вот вы видите здесь креслице, оно не случайно изображено, оно сделано из бамбука, но пассажир, который в нем сидит, он может совершенно спокойно проходить, не вставая, рамки авиационного контроля. Другой пример. Мы до 29 марта 2020 года выполняли рейсы из аэропорта Домодедово. И у нас там была проблема. На некоторые ленты, когда получали багаж, чемоданы падали и как-то так под углом, и могли, ножки чемоданов могли быть повреждены. Ну, мы не можем работать, как бы, у нас нет влияния на то, что, чтобы изменить, но мы попросили одного из наших сотрудников, когда багаж появлялся, то он просто его подхватывал, и таким образом у клиентов не портились ножки. Это одни из таких небольших проявлений, которые мы можем сделать на месте и оставить у наших пассажиров приятное впечатление. Ну и опять же, мы всегда думаем о том, что бы сделать еще лучше. И вот как раз в апреле этого года произошло очень интересное, замечательное событие. Авиакомпания JAL из Москвы стала выполнять рейсы в аэропорт Ханеда в Токио. Чем этот аэропорт интересен и хорош? В первую очередь, он находится в черте практически города Токио. Доехать до Императорского дворца составляет порядка 30 минут. А еще этот аэропорт является крупнейшим пунктом для разлета по самой Японии. И очень удобно путешествовать по стране. Вот вы летите Москва-Токио, дальше, допустим, вы хотите посмотреть город Ямагата, Токио-Ямагата. То есть очень хорошие, очень удобные стыковки. И, допустим, когда вы планируете свои маршруты, то вот рекомендация сотрудника авиакомпании. Если ваш маршрут не ограничивается только Токио, перелет, как я уже сказала, занимает 9 часов. Продлите его немножечко и пролетите еще до какого-то вашего конечного пункта, и у вас таким образом целый день он будет в дороге. Но первый день идет акклиматизация, идет привыкание к новой погоде, идет просто вы устали, потому что все равно перелет — это тяжелая работа. Поэтому лучше потратить его, добраться до конечного пункта, отдохнуть, а уже на следующий день с новыми силами начинать свою туристическую программу. И, наверное, я уже подхожу к концу своей беседы. Я хочу поделиться с вами будущим, потому что будущее — это тоже омотенаси. В октябре этого года что делает JAL? JAL запустил программу перевозки грузов дронами. И вот первая пробная перевозка, она произошла между больницами Токио. Мы перевозили медикаменты. А уже в 2023 году мы планируем организовать перевозку дронами людей. Причем будут рассмотрены перевозка дронами на 30 километров и на 50, на 100 километров. Видите, здесь прямо уже нарисовано на картинке. Мы будем очень рады вас видеть в Японии, предложить вам такой сервис. И, конечно, со своей стороны, это будет замечательно, если вы сможете и полетите на рейсах авиакомпании Japan Airlines. До встречи и спасибо за внимание. Вы знаете, у нас есть чат, вы можете ответить, прислать свои вопросы, я буду рада на них ответить. Спасибо большое.